смотришь по котятам, маленькие следы. Мамки нету. Спасенный Анатолием котенок превратился в самого знаменитого леопарда на Приморской земле. Равных толстому фотомодели в тайге никогда не было. Его пристальный взгляд и янтарные глаза на протяжении долгих лет фиксировали все автоматические и профессиональные камеры. Толстого по праву можно назвать родоначальником целого поколения дальневосточных леопардов в национальном парке. По наблюдению ученых, большинство котят, родившихся за последние 10 лет, его потомство. По подсчетам, ему уже больше 20 лет. Такого возраста леопарды достигают лишь в неволе. В природе они живут не более 15 лет. Ученые подтверждают по фотоловушке, потому что он их фотографирует, записал. Ага. Ну, надоело ему фотографии светиться. Анатолий, а если он все-таки сейчас живет, то где он обитает? Ну, поискать, выйти на пещеру просто посмотреть, это его место обитания, потому что я его там выкормил, он регулярно находится там. 100%. А может, поедем туда посмотрим? Можно съездить, почему? Может, следы оставил какие-то, еще что-то.